Мы живем в непростое время. Время стремительного развития технологий, смешения культур, быстрого потока информации, который передается с одного места в другое мгновенно. И вот в это сложное время христианам нужно ориентироваться в пространстве, во всем том, чем наполнена их жизнь. К сожалению, очень часто верующие, церкви, служители не имеют точных ориентиров для того, чтобы в этой точке видеть ситуацию правильно, делать правильные выводы и, самое главное, правильно жить. Именно поэтому перед нашей пасторской конференцией мы решили провести специальный форум. Это разговор с опытными пасторами из Украины, России, Соединенных Штатов. Все эти братья, они посвятили много времени тому, чтобы трудиться в церкви, знают хорошо общество, знают состояние людей. Мы будем говорить о том, как научиться противостоять вызовам, которые бросает жизнь церкви сегодня. Таких вызовов очень много. Эти вызовы иногда приходят от нас самих, от нашей плоти, от нашего состояния. Иногда это состояние церкви и людей в церкви. Иногда это прямые атаки мира, который нас окружает. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Я уверен, вы получите большое благословение. Всего доброго!